Михаил тщательно скрывал, что к этому коту он привязался. Можно повторить слова Задорнова. Можно повторить даже интонацию Задорнова. А вот личную энергию Задорнова, находящегося на сцене, это большая проблема. Его отношение к жизни не вписывалось в общепринятые рамки. Человек, тонко подмечающий все, что происходит вокруг, неутомимый исследователь, он погружался настолько глубоко в вопрос, что иногда, разговаривая с ним, я ловил себя на мысли, что я абсолютно невежественен. Некоторые вопросы я вообще не знаю, а он в них разбирается в деталях. Он открыл нам всем глаза на то, что у России может быть и есть другая история. Наступили для стаи твои времена. Ты расскажешь им все про этрусков и про гиперборею, язык, племена и как это забавно быть русским. И ты встретился с теми, кто близок душой. Твой отец, Евтушенко и Пушкин. И от няни его комплимент был большой, как от старой знакомой подружки. И с Филатовым Леней вы встретились вновь. Он сказал тебе: «Мишка, спасибо. Ты не предал гусарскую жилу и кровь, и стихи мои вторил красиво». Тебя встретили гении разных эпох. Не со всеми, возможно, ты сладил и устроил, конечно же, переполох. Ты ж Задорнов, зачем еще ради? Есть душа, а есть бренность непрочности тел. И, минуя любые преграды, мы станцуем наш вальс, как всегда ты хотел. Это свыше благая награда. Не бери, как посмертный пустой комплимент, мне отцовские чувства важнее. Вероятнее, в этот печальный момент ты был Богу зачем-то нужнее. Ну, вообще, я хочу сказать, Михаил Николаевич сегодня ничего-то.